Yeah, mas abusou em marmelada. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, Раз, два, это 0-3. Один, два, типа мармелад. Встречаем закат, топом глаза. В клетках брашта рядом всегда убит. Тема в процессе дымит, как пышка в замесе. Со вкусом лимона, как всегда мало. Но сладеньким вкусом как-то убрала, завоняла. Я бы копал бы еще этой сладкой вони, если бы знал, что она на погоне. Ёбаный бритиш, а давай еще насыпешь, пока я запишу, запишешь. На чем века ты виснешь, ведь это не кипиш, а ё как слышишь. Шурша бумагой панда, да-да, мне надо. Два пакета мармелада, для меня, для народа, для брата. Ты хапай дымок, если дым там пиздатый. Сыпь цельных, обильных, для взрывов сильных по хатам. Зелень впускает мир ароматом. Грин-стрит опаснее, чем Бен Ладен. То за молоком, а я за мармеладом. Мне всего пару граммов надо, чтобы чутка было складно. Мне всего пару граммов надо. То за молоком, а я за мармеладом. Мне всего пару граммов надо, чтобы хоть чутка было складно. Эту рифму с глубины души взять, лишь бы это нас начало качать. Будем отпускать смог за тех, кто не смог попасть в суть этих строк. Круговой оборот, окончание бесконечных дорог. Мейнстрит выпускает качественный продукт. У мусоров это очень серьезный пункт. И на каждой улице не важен месяц или год. Главное, что правильно мармелад заберет. Один день пройдет, мармелад к концу идет. И тут не важно, кто первый начнет. Тут каждый знает, что до него круг дойдет. Солнце на небо зайдет, братан, пусть и смог. Между строк, мы не курим дневной круг. Ветер дует на восток, и еще пройдет много дорог, прежде чем кто-то отсюда уйдет. Кто в этой теме, тот поймет. Кто в этой теме, тот поймет. Кто в этой теме, тот поймет. Каждый день по куплету, с утра по пакету. Осталось только это, еще одна минута. Я в хламе тута и кроет мутно, когда смотрю в эти окна, на которых пятна. И люди в пути идут туда и обратно. Мне забавно, ведь тема вкатит плавно. И замедлив всех дебилов подавно. Я задымлю этой лавой, так что уберет тех, что слева и право. Временами так зависая с плана. От бонга полшага до дивана. Одна улица до храма. В кармане пара граммов. Фаври талисмана. То с утра за молоком, а я за мармеладом. Мне всего пару граммов надо, чтобы чутка было складно. Кто-то за молоком, а я за мармеладом. Мне всего пару граммов надо.